Друзья, всем привет! Надеюсь, вам так же, как и мне, никогда не надоедает любоваться на Дженни и Магдочку. Эти удивительные слонихи прибыли в парк Львов Тайган, как я думаю, большинство из вас знает хорошо, из цирка. У них большая цирковая жизнь позади. И вот во время своей цирковой жизни их дрессировщик Сергей Гулевич рассказывал, что многие трюки они сами придумывали. Представляете, насколько умные слоны, они действительно работали очень долго и свою профессию любили до такой степени, что многие трюки сами придумали. В частности, один из трюков, когда Сергей с ними занимался, то одна из слоних подошла и взяла свой рот, заглотила голову дрессировщика. Вот представьте, какое доверие. И тогда этот трюк стали использовать уже на представлении. И он пользовался, конечно, большой популярностью, вызывал восторг. Но вот такая вот беззаветная дружба и такое огромное доверие было между Магдой, Дженни и их дрессировщиком Сергеем.